Привет, ребята! Это Final Fantasy 15 часть, это Windows Edition, специальная версия для Windows. Финалка и так очень редкий гость на персональных компьютерах, но в 15-ю часть ребятки, видимо, решили сделать все-таки. Я не останавливаюсь в мечте поиграть в крутой графике обновленную 7-ю часть. Они об этом долго говорят и вроде бы как даже ее делают. Может быть, в этом году мы ее и увидим. Хотел постримить эту игру, но что-то как-то не получилось у меня. То ли с интернетом проблемы, то ли какая-то беда. Давайте все-таки, наверное, записывать прохождение ее. Единственное, что серии, скорее всего, будут большими, потому что часа по полтора. Вот. Это же финалка, надо будет долго бегать, долго изучать. Поехали, посмотрим 15-ю часть игры. Погнали. Так, выбираем сложность. На легком уровне играть проще, и вам помогут. Да обычно, что там. Обучение не надо. Не надо, обучимся в процессе игры. Поехали, поехали, поехали. Уже время, сколько, блин, ждать долго. История избранного короля, спасителя звезды. Ноктис Люциус Хелум. Чё это? Вот так сразу? Ничего себе! Держись, дружище! Пригнись! Мы его отвлечем! Нок, сюда! Скорей, пока он опять не ударил! Давай, 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 давай! Сейчас ударит! Это показывают, наверное, что-то из конца игры. Вставайте! Я прикрою тебя! Держи! Ну да, видимо, да, так и есть. Скорее всего, наверное. Перед падением. Какой яркий белый свет. Ой, какая красота-то, боже мой, какая красота. Назначенный час пробил. Я ничего не буду говорить. Благословляю тебя, сын, пора. Ваше Величество. Спасибо. Пусть боги будут милостивы. Да. Игра идет в стабильных 120 FPS. Здесь, по крайней мере. В заставках. Видимо, записывали заставки. И принцы. 120 всегда FPS. Такие принцы. Не совсем по регламенту. Тебе же речь не нужно было произносить. Принц Ноктис! Неплохие. Ну, голоса для озвучки неплохие подобрали. Очень даже ничего. Чего? Ну, это пока так, первое впечатление. Поиграем, посмотрим. Я столько хотел бы сказать тебе. Ты возлагаешь тяжкое бремя на тех, кто рядом. Да ладно, уж кто бы говорил. Я не прошу вас направлять моего сына. Просто будьте с ним рядом. Конечно, будем. Да, Ваше Величество. Мы за принца готовы жизнь отдать. Да, именно так. Друзья, там Кор уже запустил мотор. Драутас, следи за ним. И вот еще что. Общаясь с невестой, не забывай о манерах. И вы, Ваше Величество, общаясь с нашими дорогими гостями из Нифельхейма. Об этом не волнуйся. Ты тоже, отец. Сынок, обратной дороги уже не будет. Может, не быть. Я лишь хочу знать, готов ли ты покинуть дом. Не знаю, как ты, но я готов. Как никогда. Береги себя, сын. Помни, где бы ты ни оказался,
ты наследник королей Люциса. Выше голову, сын мой. Бибиком. Автостопом не доберемся. Я думал, за городом люди добрее. Музыка-то американская. Американская музыка. Придется ее теперь всю дорогу толкать. Ой, я уже сам себя толкнул почти что насмерть. Вставай. Вперед. Машина сама себя толкать не будет. Я думал, машина повезет нас, а не наоборот. Было бы неплохо. На старт. Внимание. Серьезно? Толкай. Что такое? А, да, толкать. Все, толкаем. Погнали. Еще можно покрутить камеру, да? Тачка чертовски крута. Быть не может. А ты что думал? В сказку попал, принц Ноктис? Сами виноваты. Музыка-то да какая. Ладно, мелочи жизни. Надеюсь, мне не прилетит не страйк. Гладио, одна просьба. Что? Толкай машину сам. Один, что ли? Да ты не заметишь, если мы перестанем. Знаешь, что промптор? Даже не думай. Лучше побереги дыхание. Игнис, меняемся. Да мы же только что менялись. Нок, сейчас моя очередь! Ага, его. У меня руки отваливаются! А хочешь, я тебе их оторву? Эй, крутыш, полегче! Дозвонился? Там занято. Так, подождите, это меня глючит или как? Он же был совсем рядом. Уверяю тебя, с картой все в порядке. А по карте молот прямо перламутровый здесь. Цвет. Буквально в двух шагах. Она не черная, она такая как так с фиолетовым оттенком каким-то. Красиво. Ну чё, япошки умеют делать, так это красивые игрушки. Этот мир такой большой. И полный чудес. Моим ногам от этого не легче. Вы вообще ее толкаете? Изо всех сил. Final Fantasy 15. Начинаем, ребята, начинаем большое прохождение этой огромной игры. Надеюсь, она большая и огромная и интересная. Молот, форпост, форпосты. Привет, долго вы ехали? Привет, красотка. Так, ну и кто из вас принц? Ага, поздравляю вас со свадьбой, ваше высочество. Да пока рановато. Жених леди Лунафрея у нас в молоте. Извини за ожидание. Это ты перед моим дедулей будешь извиняться. Значит, ты... Я Синди, специалист по ремонту авто. И внучка Сида. Давайте ее сюда уже. Сиджи это в седьмой части летчик был, а не ржавое ведро. Механик, ракеты там неужели делал. Твой папаша тебе не сказал? Это не он ли случайно, Ли? Ну того звали, фамилия другая была, по-моему, Софьяр. Принц Ноктис. Да. Весь папашу, только благородство куда-то вытряхнули. Что? Тебе предстоит долгий путь, сынок. А с разинутым ртом ты далеко не уйдешь. Как ты узнал, что у меня рот разинутый? Придется поработать. Заведите ее внутрь и валите. Он ее просканировал чуть через металл. Что ли, понял, что там внутри у нее сломано. Психичка. Слышали? Блин. Ладно, давайте за работу. Сиськи-то у тебя... Вот сюда. Наверное, искусственные. Искусственные? Прям похоже, что искусственные. Либо прям... А теперь будем сидеть и ждать. Никогда не любил ждать. Никогда не да любил ждать. Да и не умел, в общем-то.
Hammerhead. Вы, небось, впервые так далеко выбрались, а? Ну так погуляйте, осмотритесь. А это, чтобы вы не потерялись. Угу. Хорошо. Загляните к местному информатору, чтобы получить сведения об округе. Можно провести это время с пользой. Какой еще информатор? Так, это магазин. Ух ты! У них тут есть Эбони! Ха-ха, Игнис с ума сойдет! Стоп! А что такое ГИЛ? ГИЛ-то деньги, дурачок. Блин, ну как клево. Смотрите, это реально, это... Это... Туда можно прям подняться, интересно? Или... Да нет, вон горы же сделали так, чтобы туда не подняться. А, хитрожопые. Ну что, пойдемте? Куда идти-то? Че, где гулять-то? Карта М. Пойдемте здесь походим, по травке. Нокт, можно тебя на минутку? Мы потратили на ремонт все, что у нас было. Думаю, нам надо поговорить с Синди. Мы без гроша в кармане и без машины. Как будто этого было мало. А деньги тебе зачем? Во всем виноват старик, раз столько с нас взял. Да, что, уже починил? Надо к нему заглянуть. А, им расплачиваться за ремонт нечем, да? И я тоже. Им расплачиваться Здрасте. Нечем. Она еще не готова. Вы что-то хотели? Скидка взаймы спросить у друзей. А не слишком ли дорого для небольшого ремонта? Хм. А, я поняла. Так вот, что имел в виду дедуля, когда сказал, что преподаст этим мальчишкам урок. У нее прямо и кожа там, сказал, смотрите, что шевелится. Он сказал, чтобы вы разобрались с местным зверьем. Офигеть. Они в последнее время что-то совсем обнаглели. Кожа прям, куда Если она растягивает. Если я вам с радостью заплачу. Ну, что скажете? Хорошо, хорошо. Не ищем легких путей, да? Ну, спасибо, дедуля. 10 ОЦ. Очки способности. Ну, давайте вкачаем. Это в приемах, по-моему. И что это? Бой. А, это кто? Это Ноктис, да? Бой, ZX. Командные действия. Характеристики. Узлы способности, повышающие главные характеристики. Запас здоровья всем. Это всем? Серьезно? Увеличивает ОЗ каждого участника на двойное количество набранных уровней. Эффект от схожих способностей не суммируется. Давайте здоровье, конечно. Пока в начале игры, лучше пускай здоровье будет у всех. Все. Только не бродите там, когда стемнеет. Демоны вас сразу разорвут. Бронзовый наруч. Вот. Этого должно хватить на ночлег. 1000 гил. Только это между нами. Не говорите дедуле. Бронзовый наруч? Так, снаряжение. Снарядите Ноктиса и его друзей оружием, аксессуарами и костюмами. Ага. Ноктис, моторный клинок, одежда. Полевая форма, аксессуары. Бронзовый наруч из бронзы. Чуть-чуть увеличивает максимальное здоровье. Ну окей. Оно никак не отрисовывается, да? Ну да. Фигово. Чё? Чё, погнали задание выполнять. Пошли. Длинное такое начало. Уже 17 минут страдаем ерундой, реально. Пойдемте мочить. Мочить. Угу. А что у нас за оружие? Похоже, первая дичь найдена. Готов, Нокт?
столько всякого оружия. Алло! Сладю! Сделаю! Будем играть по плохому! Я ничего не понимаю! Хорош! Так, долой! Драм-то с тобой! Мечом-то интереснее. Да будешь понимать. Прощай. Ау, сейчас не вовремя. Я не хотел. Отлично. Вперед. А, правая кнопка. Правая кнопка мышки, он перекатывается, я понял. Ух ты, в прыжке даже бьет. Понял. Хорош. Ну, графон пока такой. Вроде красиво. Вроде ничёшно. Ну, трава, допустим, она вон. То есть куст шевелится полностью, да? Ну да. Чё ты на меня смотришь? Интересно, сможем ли мы еще когда-нибудь сесть в нашу прекрасную машину? Здесь почти весь день было приятно. Оп! Вот еще приятнее. Да не, помнится, не успею. Вперед! Да ну отвали ты! Знаешь поговорку? Лучшее нападение — это хорошая защита. Безупречно. Ты посмотри. Мы отлично сработались. Окей. Я приятно удивлен. Что тут скажешь? Нок, мне нужна помощь. Ага. Атакующий телепорт. Ну пока прикольно, пока прикольно. Это не та Final Fantasy, которая была. Вот это было. Там, но здесь тоже можно выбрать пошаговые бои. Мы быстро справимся. Здесь тоже можно выбрать бои в режиме ожидания. Но думаю, это будет совершенно не то. Игра сделана по умолчанию в таком стиле. Мы в итоге собирались? И мы никуда будем играть в таком же стиле. А потом поедем на причал Галдина. Потом поплывем. И опомниться не успеем, как мальчик станет мужем. Сначала дождемся машины, видите, а потом камни. Будем кричать горько. Понял? Чтобы дальше не бежать. Ну тихо, тихо, тихо. То есть карта все равно ограничена. Вроде бы свободный мир огромный, смотришь, красотища, много всего. Эгегей, но на самом деле территория-то ограничена. Почти справились. Поднажмите. Shift и атакующий телепорт. Я понял. Атакуй телепортом, чтобы застать их врасплох. Все кончено. Тихо, 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 эй! Тебе конец! Ромка, мне нужна помощь. Да, сэр. Прям кликабелька, кликабельная с... Все. Да. Ништяк. Задание выполнено. Кто бы это мог быть? Алло? И монстрики тут такие прям... Как идет охота? Мы уже закончили. Вот и прекрасно. Потому что у меня для вас есть новая работа. Но теперь ищем человека. Папа-папа-папа-папа-папа-папам. Ушел на охоту и пропал со связи. Похоже, он забурился в старую хижину неподалеку. Старая хижина? Все понял. Проверим. О, хорошо, проверим. Так, а какое у меня оружие? Ну, что сказала Синди? Охотник, ставший дичи. Он что, пропал? Нет, он вроде как засел в хижине. Этот меч побольше, не знаю. Но у меня один меч, почему... Или три. Ну, короче, три оружия. Плохо, что мечи не висят у меня. Ну, что это такое? Я хочу, чтобы меч у меня висел за спиной. Может быть, конечно, потом.
Не сейчас. У него как бы и брони-то нет. Где его броня? Рубашка какая-то, блин, вонючая. Парковка. Чё это? Что это? Действительно, чё это? Замечен двоерог-мутант, прозвище Кроворог. Отличительные черты: красные клыки, крайняя агрессивность, бонус за истребление саблеклыков в этом районе. Нокт! Уходим! Пекаль у него есть. Уже порядок. Смотри, не сглазь. Сейчас я им врежу. Только не слишком увлекайся. Кто бы говорил. Да в смысле? Еще активные действия здесь есть? Серьезно? Не, это говно, а не меч. Да что происходит-то? Отвалите от меня. Да пошел ты в жопу! Да пошли вы нахер, блин! Что за бред? Какой бред? Я даже встать не могу. Что за чушь, блин? Спать некогда. Ты мой спаситель. Тебе! Он меня поднял. Ну, вот и все. Что это за хрень была, блин? Ты специально, что ли, только на меня агрессировали, блин? Что за кустики там еще? Тут надо все изучать, короче, окей. Что это? Лейденский перец. Это что? Еще? Серьезно? Угу. Пойдемте в хижину посмотрим. В той хижине, наверное, какой-нибудь черт. Здоровый. О, здоровые чуваки-то. Подожди. Погоди. У меня есть план. Это что за зверь? Он называется саблеклык. Игнис разрабатывает тактику, дающую преимущество в бою. Следуй за его указанием, чтобы заработать ОС. Синие метки указывают точки, куда вы можете мгновенно телепортироваться. Отыщите синюю метку на мельнице и телепортируйтесь к ней. Телепортация в точку F. Такие клыки нужны ему для того, чтобы извлекать грызунов из их ног. Это немного жестоко. Да, с таким не подружишься. А, Ноктис быстро восстанавливает здоровье и ману, находясь на высоком месте. Выполните отсюда такой телепорт. Охота начинается. Вот видишь, что происходит. Смотри, замучили вы меня, дебилы! Да пошли вы нахер, блин! Да пипец какой-то, что происходит нахер? Быстрый черт. Это было несложно. Главное, взаимовыручка. Вот так вот, да? Славя, нужно уважать. О, красава, надо научиться драться здесь. Здесь прям... Вот и все. Но не выматывайся. Посиди в укрытии и отдохни. Блин. Когда у Ноктиса заканчивается мана, он входит в состояние стазиса. Он не может выполнять фазовую защиту и атакующий телепорт, пока не накупит ману. Чтобы восстанавливать ману, займите укрытие. Понятно. Эй, кто там? А вот и он. Герой дня. Охотник старший дичи. Я так понимаю, ты Дейв? Мы тебя искали. Я и не думал, что из-за меня будет такой переполох. Я просто потянул лодыжку в и очку... застрял здесь. В очке закрылся с и сидит. С этими зверями что-то странное. Я им нападал как следует, но добить не успел. Один все еще бродит где-то здесь. Вы не очень-то похожи на охотников, но...
Разберетесь с ним за меня. Что скажете? Такой нарядный, вообще не понимаю. За деньги. Конечно, мы все сделаем. За определенную сумму. А вы не из робких. Давайте расскажу, где я его в последний раз видел. Че, бесплатно, что ли, буду выполнять? Волшебный сосуд. Сосуд. Я уж подумал, что ты забудешь спросить о деньгах. С чего вдруг? Истребитель мутантов. Найдите монстра. Ага, 372 метра. Пойдемте, пацаны, пойдемте. Па-па-па. Опа. Чё? Чё происходит? Было бы разумно отдохнуть перед охотой. Да. Впереди вас ждет опасный враг. Подготовьтесь к бою, отдохнув в ближайшем убежище. Игнис там сможет приготовить еду, которая усилит характеристики всего отряда. Да, пожалуй. Хорошо. Я не против. Тогда давайте поищем место для Разбейте лагерь в убежище. Наверняка тут охотники работают, не покладая рук. Погоди, они вроде королевских гвардейцев? Да, хоть они и не солдаты. Ну-ка подождите, здесь у меня... Знаете, что? Да, нет. Все, все хорошо, пойдемте. Было бы разумно отдохнуть перед охотой. Ну, конечно, отдохнем. Без базара. Хорошо. Тогда давайте поищем место для лагеря. А где его искать? Наверняка тут охотники работают, не покладая рук. Где его? Это, погоди, это место? Вроде королевских гвардейцев? Да. Хоть они и не солдаты, а гражданские. Зато боевого опыта у них явно побольше, чем у нас. Даже как-то неловко, что на нас форма королевской гвардии. Да ладно тебе, ее же специально для нас шили. А еще на ней такой замечательный... А тут что, можно руководить? В королевской гвардии по форме видно, кто ты есть. А что там носи за снежинка? С гордостью. Это лагерь? Серьезно? И что делать? А, вот, вот тут наверху? Ну да. Мы на месте. Я понял. Разбить лагерь. Разбейте лагерь в убежище, чтобы подкрепиться едой, увеличивающей характеристик и как следует. Короче, понятно. Тренировочный бой. Разбить лагерь в убежище. Остановимся на ночь. Хорошо, я ставлю палатку. Я ставлю палатку. Давай. Убежище Мериот. И чё? Ну окей. Столько всего нового, непонятного. Ладно, разберемся, ребятки, разберемся. А где вы палатки носите? Алло. Папарацци. Инстаграмщик хренов. Музыка совсем не японская, ну да ладно. Игнис использует разнообразные ингредиенты для приготовления пищи в лагере. Собирайте новые рецепты, чтобы расширить список того, что может приготовить Игнис. Так, кулинария уровень 1. Что у нас есть? Что мы можем поесть вообще? А как это? А. Онигири. Увеличивание здоровья. Увеличивает максимум ОЗ на 50. Увеличивает атаку. Тост с глазуньей. Овощное рагу. И атака, и здоровье. Вот это нормас. Хе-хе. Забавно выглядит. Сам бы съел. Да ладно. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ой, как воспоминания прям. И что у нас? Мы просто сидим и жрем, да? Да, сидим и жрем. Оп!
Оп! Оп! Три уровня сразу практически. Уровень поднялся, да? Так, промто запечатлевает некоторые моменты путешествия с помощью фотоаппарата. Посмотрите сделанные им снимки и сохраните наиболее понравившиеся кадры. Да ты что? Стильно, как и всегда. То есть пока мы дрались, он нас фоткал. Ничего особенного. Красава. Ой. Да это же... Это же что? Ничего, показалось. Ну давайте. 5 селфи, 6 фотографий. 5 селфи. 1 сохранить. Да. Что такое 5? А, недоступно, да? Ну вот эту, конечно, сохраним. Такое себе. И вот эта неплохая. Ну, это так себе. Ну, вот это вот ничего, но если бы он в воздухе не висел особо. Хотя можно сохранить. А это черти что и сбоку бантик. Все, да? Нормас. Ну, окей. Очень много всякой фигни, которую, блин, надо изучать, запоминать. Так, когда вы находитесь на... вне подземелья или не участвуете в боях, воспользуйтесь подземельем. Меню пауза, чтобы сохранить игру. Помните, что некоторые задания не поддерживают сохранение. Escape, сохранить, закрыть. Обучение содержит много информации о сюжете и игровом процессе. Обратитесь к нему, если у вас возникнут сложности в битвах. Как отец родной? С тех пор, как они вернулись, о ней заботился только Сид. Обычный механик с ней бы и не справился. Я бы сказал, что он справился на отлично. Как любой даме, ей просто нужна забота. А будешь ее обижать, Сид тебе такое устроит. Если о машине заботиться, она не подведет. Машина, да. А чё? Давайте сохраним. А чё, нельзя на нее сохранять сверху? Серьезно? Истребитель мутантов, 31 минута, нормально. Ну чё, погнали. Вон у нас задание в 500 метрах от нас. Пошли, 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 пацаны, подъем. Лагерь есть, все нормально. Сейчас, если чё, вернемся. Набьем рожу. Если не набьем, то вернемся заново набьем. Не вопрос. Три долины, парковка. Хорошо. Пока прикольно. Очень необычно, и понимание, что это Final Fantasy, о многом говорит. То есть это финалка на компьютере. Серьезно? Final Fantasy на PC-шке? Круто. Да. Человек не может идти вечно. Она вышла, по-моему, с задержкой в год. Нас к этому не готовила. На PlayStation она вышла в 17 году, примерно в это же время вроде, и вот год прошел. Так, вы можете включить, выключить показ игрового интерфейса. Да не надо ничего выключать, и так все хорошо. Па-па-па-па-ба-бам-пам-па-бам. Хочу эту музыку слушать постоянно. Это звук победы. О, там что-то огромное вон уходит, да? Ни хрена себе! Вон там! Это офигеть что? Какая фигня. Двоерог? Да, но необычный двоерог. Нам лучше побыстрее с ним разделаться. Это пипец. Да подожди. Эй, ни хрена себе! Секунду. Что, испугался? А ты что, нет? Злющая зверюга. Думаешь? Ну, а по-моему, он мирный. Ага. Осторожно! О-о-о! Так его! Покажи ему! Неплохо. Еще не все! Он сфоткал, собака. Готовы ко второму раунду? Ваши друзья могут использовать специальные приемы, чтобы помочь вам в бою. Ctrl A, V, S, D прием. Залп! Бум! Просто не промахни! Ага.
Буря! Давай, 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 давай! Я же говорю, здесь можно управлять ими. Еще раз буря, давай. Надо нажимать, да? Не подставляйся. Готово. Потрясающе. Неплохо. Прикрою. Внимательнее. Мне постоянно пинают, хорош. Просто действуй. Давай. Бум! Бум! Красава! Давай, 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 милый мой! Е! Первый босс! Первый босс, ребятки! Первый босс! Мастерство Б! Б! День-день! Какая здоровая хреновина! Алло? Алло? Привет! Звонил Дэйв, он в порядке. Спасибо, что нашли его. Ага. Молодцы, ребята. Кстати, ваша старушка выглядит как новая. Она будет ждать вас в гараже. Хера себе, старушка. Машинка прям топ. Класс. Не знаю, вообще, так, мне так нравится вообще. Вы понимаете вообще, что происходит? Ну, кто теперь сядет за руль? Подождите, подождите. Подождите, подожди, тихо. Что я там нашел? Тихо, снаряжение. Давайте гладиолусу что-нибудь наденем на... Что у него? Да ни хрена нету. Дополнительно тоже ничего нет. Предметы. Вот. Я же что-то находил. Загляните в свое снаряжение и выберите предметы, которые хотите применить в бою. Зелье Пух Феникса. Талисман, превращенный Ноктисом в магический оберег. Воскрешает поверженных членов отряда и ускоряет скорость восстановления Оз и Ом. Это можно в бою все выбирать? Вы серьезно говорите? Бронзовый наруч на мне. Так, это еда. Шип скорпиона. Коготь саблеклыка. Мелодии. Мелодии из Final Fantasy 7? Серьезно? Серьезно? А? Можно ехать в машине и слушать? Прикольно, я попробую. Ага. Подожди, а это что было? Временные задания. Специальные задания, доступные в течение ограниченного времени раз в день. Посмотреть подробно о временных заданиях. Так а я выполнил или нет? Четыре глаза следит за топливом. Я бы ни одним глазом не пойдемте, следил. Пойдемте, пойдемте. Думаю, у меня тоже не получится. Пустите меня за руль. Непонятно. Отлично. Пока. А то впереди мне ноги девать некуда. Какие-то листики вот я вижу здесь. Причем много. Что это такое? Пацаны, тихо-тихо, это мое. Яйцо. Да? Все? Понятненько. Листиками обозначены, по идее, все не только природные какие-то листики, ну, деревья. Отстаньте. Короче, листиками обозначены вещи, которые валяются на полу. Предметы, которые могут пригодиться для чего-нибудь, наверное. Ну, тут долго бегать здесь. Вон, еще носороги ходят, смотри. Как же это уныло. Да, это уныло бегать. А то есть, а мы лагерь там бросили, да, свой? Угу, хорошо. Это как-то не очень. А чё ты бегаешь-то так? Невежливо заставлять девушку ждать. Придется извиняться. Что это? Ураган! Полуптица, полуураган, полувоздушный корабль! У него три половины, что ли? Это объясняет размеры. Ни хрена себе! Потрясающе во всех смыслах! И?
Что за драконы? Что это нахер? И улетел, смотри. Это что-то... Блин, прикольно. Блин, вообще, мне нравится. Слушайте, мне вообще нравится. Я так люблю. Так вообще, это классно вообще. Мне так прикалывает. Да. Какое там королевство? Вы о чем? Нет, я, конечно, буду проходить и королевство, и финалку. На видосах. Возможно... Что-то сегодня с интернетом, когда я записываю это видео, я хотел стримить, еще раз говорю. Но что-то интернет говорит, иди ты, парень, в жопу, говорит. Не буду я тебе ничего, и у меня проблемы с ним. Поэтому сегодня будет записано две серии наперед. На пару дней. Попозже попробуем постримить, если получится. А может быть и не буду я ее стримить. Ну, то, что музыка с Final Fantasy 7 здесь есть, это вообще кайфы. Это вообще, это просто грандиозу. Грандиозу, опа, здрасте. Мы на месте. Нокт, подойди, посмотри. Что такое? Так, ой, что-то лежит. Смотри. Сейчас своруем. Памятная монета на возвышение оракула. Это какие-то секретики, да, здесь? А это что? Магазин аксессуаров для машин? Ну, здравствуйте. Вы можете зарабатывать гил, выполняя охотничьи задания или продавая безделушки. Купить что у тебя можно? Противоядие, эликсир, ультразелье, первосортный тоник, превращенный Ноктисом в лекарство, полностью восстанавливает ОС. Полностью, то есть неважно сколько у тебя, хоть миллион, да? Получается, и стоит он фигню, 100 всего. Давай на всякий случай, наверное, возьмем. Тут так прикольно управлять количеством, просто мышкой туда-сюда теребишь. Ну, у нас четверо, да? Раз, два, три. Вот так куплю. Да. Благодарю вас. Все, до свидания. А продать? Так, блин, у него же там и это есть. И оружие, наверное. Коготь. А любимый поделочный материал сельских за небольшую сумму. 90 гил так-то. Благодарю вас. Так у меня их... Шип скорпиона. Загорится, как замена обычной булавки. Много денег за него нельзя. Ну почему? Я еще и заработал бабла так-то. Ну-ка. У него еда. Хрень какая-то. И наклейка-молот. Наклейка-молот. Каждый поклонник просто обязан такую на машину. Давай, давай купим. Раз. Набор наклеек изящное искусство. 3000. 1000. У меня мелодия из 8-й части, из 4-й. Давай возьмем мелодию. С 4-й я не знаю, я уже не помню, что там было. Спасибо. Блин. Красавцы. Красавцы. Но, ты видишь? А что? Так вообще классно, мне нравится. Ну давай. Извините за задержку. Выполнено. Красавица, правда? Да, конечно, ты же вообще красивая. Жалко на ней ездить по этим дорогам. Ты про девушку или про машину? Про кого он говорит? А давайте сфотографируемся с ней вместе. Давайте. Становись, писька. Да нет, ты лучше сама встань туда. Подмышки у тебя черные. Красавчик. Еще один повод ездить поосторожнее. Да, и пока не забыла. Не могли бы вы кое-что отвезти для меня? Давай, конечно. Давай. А, конечно, можем. Супер.
Я так и думала, что вы согласитесь. И уже положила это в багажник. Какая? По дороге в Галден должен быть мотель. Принц, если вы передадите это его владельцу, будет замечательно. Внучка вся в деда. Почему сразу побегушки? Ну что, машина наконец снова готова к путешествию. Девочка нам 1000 денег дала. Хочешь сейчас сам ей управить? 1000. Понимаете? Почему бы... Давайте сядем за руль, конечно. Конечно, почему бы и нет? Тише едешь, дальше будешь. Ты сам знаешь. Она клевая. Переминается с ноги на ногу, смотри. Эх. Так, а как наклейки клеить? Как наклейки клеить, говорю? А, что такое? Выберите пункт назначения, и Игнис отвезет вас туда. Покупать и продавать различные предметы с помощью цифрового магазина. Ручной режим. Ну, поехали. Какой прогноз? Ясное небо, потепление. Отлично. Нифига себе. Какое, слышь? Звучит-то как. Ой, а тут только вперед нажимаешь и все. Отличное вождение. Просто вперед нажимаешь W и все, и он куда-то сам едет. Молот, самый-самый крутой гараж. Само собой. Это же гараж королевского двора. Я буду скучать. Сиди, по нему что-то читай. После всей этой поездки. Тебе никто не мешает приезжать к ним в гости, когда захочешь. Синди с удовольствием займется твоей машиной. А, точно. Ах, вот в чем дело. Если нужно, можешь брать регалию. Ой, какая она классная. Спасибо за предложение, но когда мы вернемся в Инсомнию, я постараюсь заиметь собственную машину. Какая классная игра, ребята! Это же пушка просто. По крайней мере, вот первый чуть меньше часа уже прошло, я прям тащусь, не знаю. Все на выход. Хочешь забраться в самую глушь? Что может быть лучше нетронутой природы? А чё у меня... Чуть долгие выходы и заходы. Почему у меня 2,4 километра? Что там такое? Перемещение, GI... Почему такое... О, боже мой. Парковка. А, нам сюда? А где у меня миссия? А, вон мне. А, так я не доехал, да? Нет, тогда обратно надо ехать, смотри. Лагерь Лонгвайт. Зачем? Блокпост. А сюда мне зачем? А, принц на побегушках. Основное задание. Угу. Ну так мне туда и надо ехать так-то. Ну почему у меня в другую сторону я еду? Выбираем пункт назначения, и мы едем как раз сюда. Лагерь Лонгвайт, все правильно, 2 минуты. Поехали. Все готовы. Ага. Я чуть-чуть прокатился, и мне хватило. Поехали. Я ж король, принц, вернее. А она, блин, электромобиль, что ли? Такой звук, как у электромобиля, реально. Ну, я не в ту сторону поехал. И тишина, все молчат. Блин, какая она клевая. Ой. Можно камеру довертеть, да. Чихнул, будь здоров.
очень крутая тачка. А чё мы так медленно едем? Интерфейс. А как музыку в машине включить? Меню регалий. Газ. Воспроизведение паузы. О! Следующее. Найс! Давайте, тарабаньте. О, музон включил, ребята начали дергаться. Что еще есть? Ace Dub and Bass, Long, Arroyo Bella. Оригинальный. Это с 7-й части, ребята! Пипец. Это кайф. Стоит запастись зельями и всем прочим. Конечно. Да. Класс. Игнис отказывается вести машину, когда вокруг рыскают демоны. Даже от тебя иногда бывает толк. Это что значит иногда? Здорово. Вы что, специально сюда ехали, чтобы привезти мне посылку? Сердечно благодарю. Я сам ее достану, вы просто посидите. Блин. Голоса прям дубляжа знаменитые, такие, ну, какие очень известные. Песик. Здорово. Умбра. Собака-почтальон. Молодец. Молодец. У этого пса отличное чутье. Да уж, комар носа не подточит. Как только ты нас находишь. Секундочку. 12 лет назад. Гербарий. Красивый. Мы с Клили короны из точно таких же цветов. Ага. Силицветы. Я это помню. Знаешь, у меня есть к тебе просьба. Когда будешь уезжать, возьми, пожалуйста, с собой этот блокнот. Ага. А потом, давай ты... положишь в этот блокнот что-нибудь и отошлёшь его обратно. Обратно. Вообще кайф. Настало время мне покинуть Тенебру. Наконец-то я увижу, сколько лет прошло. А, он принёс блокнот есть. Ей. Офигеть. Собакин. Как голубь. Только это голубь, только собака. Все. Удачи тебе. Я знаю, ты наверняка мне не ответишь. Не спрашивай. Что это было? Ну и пожалуйста. Что это было? Любовь? Ну что ж, дело сделано. Можем ехать в Галди. Ну, чувак. Чувак, это что там? В шортах, что ли? Ну да. Задание у него есть. Одну секунду. Я нашел в посылке конверт, адресованный Мильдачио. Мильдачио? Штаб-квартира охотников? Так точно. Главный охотник должен быть где-то здесь. Сделайте еще одну доставку. Что скажешь, Нак? В принципе, тут недалеко. Побочные задания, отдельные приключения, не влияющие на ход основного повествования. Посмотреть пункт назначения и цели побочного задания можно в меню задания. Ну окей. Ушел и не вернулся. Найдите Дэйва. Так Дэйва мы нашли уже. А это что? Взять на прокат. Это Чокоба? Серьезно? Чокоба? Етить, колотить. Вообще психи, блин. Так, выберите пункт назначения. Давай выбираем пункт назначения. И мы где это? В смысле недалеко?
Место задания. Принц на побегушках ушел и не вернулся. Я его уже выполнил, алло. Все готовы? А, это дальше? Ага, точно. Продолжаем слушать мелодию из седьмой части. Так, в смысле, ну помеха справа, но он выезжает с прилегающей дороги, алло. Другие новости. Леди Лунафрея из Тенебры выступила с официальным заявлением относительно мирного договора. Радио. У меня нет слов для того, чтобы выразить радость, переполняющую мое сердце при мысли о грядущем мире. И мою гордость, поскольку в это историческое событие внесет вклад и моя помолвка. В эти радостные дни некоторые из вас высказывали опасения, что я не смогу выполнять обязанности Оракула. Уверяю вас, замужество не станет помехой моему предназначению. Как и раньше, я буду среди вас, в ваших городах и деревнях, и буду благословлять вас, как прежде. В ближайшее время леди Лунафрея покинет Тенебру для подготовки к предстоящей свадебной церемонии. Напоминаем, что на этот срок она слагает в себя обязанности Оракула, но вернется к ним впоследствии. Это что, прям в договоре? Конечно. Это простая формальность. Так называемый символ мира. Значит, это убежище. Скорее брак по расчету? По-моему, леди Лунафрея рада подобному развитию событий. И Нокту эта идея нравится. А это в смысле, да? Чего? Эй, я вижу море! Я тоже. Это причал Галдин. Так и тянет искупаться. Нифига себе. А за ним что, гора? Нет, это остров. Но в Галдин люди не из-за острова приезжают, а для того, чтобы отрываться и ходить на массаж. И есть морепродукты. Они тут восхитительные. Хорошая мысль. Будет чем заняться. Тюнинг машины даже есть. Ой, в тенечек поставил. Нужно пополнить запас лекарственных средств. Понял. Прикольно. Бег как-то странно на левую кнопку мыши. А как... О. Ультра-эликсир еще один. Прикольно. Пойдемте. Это я случайно прибежал сюда, пацаны. Вы че? Такие тачки забавные. Так это же он. Контрольная точка ориентировки F. Рыбка в масле будет вкусным подарком, но путь к победе ты узнаешь в загадке. Земля, разделившись на три половины, трофей добавил к спуску в долину. Есть! Что? Я придумал новый рецепт. Я готов продегустировать. Ишь ты. Прикольно. Прочитал и выучил рецепт. Может, к утру все наладится. Пойдем. Вот единственное, пока что не очень понятно, вот зачем такие длинные перебежки делать, бегать пешком. Водичка здесь, ну, не скажу, что прям она кайфовая, прям настолько, что писится, но очень неплохая, очень неплохая. Но все-таки в GTA, конечно, поинтереснее вода сделана. Хотя здесь, не знаю, здесь общий такой колорит в этой игре намного интереснее. Здорово, здорово. Боюсь, вам не повезло. То есть? Еще кто? Вы хотите выйти в море? И что с того? Увы, далеко вы не уплывете. А ты еще кто такой? Я путник, которому надоело ждать у моря погоды. В этом перемирии нет никакого смысла. Что это такое? Какой-то сувенир? Эй, что это? Да подожди. Это пожертвование.
Да? И кто донат. Жертву? Это донат. Человек без имени. Да уж. Какой-то злодей, наверное. Хотя, может и нет. Интересно. Как думаете, тот тип правду сказал, что порт закрыт? Сомневаюсь, конечно, но не исключено. В общем, проще самим проверить. Это паром? Фигово. У меня доставка на... Это ресторан. Все сидят, едят. Есть я не буду ничего, огонь. Ну-ка еще раз зажги. Ну-ка зажги, зажги, ну-ка. Не хочет. Это что такое? Читать. Космогония, гексатеон. Непоколебимый как камень, раму фулькурий, резкий как молния, шива гласия, нежная как снег, левиафан, гидрея неумолимая как прилив. Так это эти... Нифига себе, тут тоже есть они. Блин. Хранители Эуса с незапамятных времен. Вместе они гексатеон. Гексатеон они теперь называются, да? Ну. Мамочка, смотри, как прикольно. Как туда спуститься вниз? Жаль, папин потом. Когда встретимся? Не, графа прям супер. Не знаю. Она... Вроде задержка в Альтисе. Расписание парома сегодня работает. Не работает. Да. Выполнено. По крайней мере, я попробовал. Ни одного корабля. Что за дела? И? Как же вкусно. Пойдемте взад. Насколько мне известно, Империя строго-настрого запретила судам покидать доки Альтисии. Обидно опаздывать на собственную свадьбу. Да, принц Ноктис? Кстати, меня зовут Дина, очень приятно. Дина Геранца. Принц Люциса со свитой в своей шикарной машине. И вы надеялись остаться незамеченными, особенно для репортера? Вам повезло, репортер честный парень. Если хотите сохранить инкогнито, я вам помогу в обмен на услугу. С какой-то стати? Погоди, не стоит его злить. Игнис получил 150 опыта. Молчание – знак согласия. Вот. Что это? Карта? Карта? Карта. Я отметил нужное место на карте. Просто найдите мне несколько неограненных самоцветов. Вот таких. О, боже. Сделайте это, и будет вам корабль. Не сделайте, и окажетесь во всех газетах. Усекли? В смысле корабль будет? Мудила. А почему вообще закрыли порт? Вроде задержка в Альтисе. Похоже, придется просидеть здесь еще ночь. Опубликована работа победителей 4-го фотоконкурса. Тема Игнис. Закрыть. Непонятно. А он тебя раскусил, Нокт. Да мы не очень-то и скрывались. А даже если и скрывались бы, пресса все пронюхает. Обниматься с ним не обязательно, но и ссориться не стоит. А тут чё? Что это? Кошка? Кошка. Привет, киса. Кошка. Как твои дела? Гуляешь тут? А почему ты одна? О, наверное, ты голодная. Я так и думал. Погоди. Я что-нибудь для тебя найду. Надо бы раздобыть кошачьей еды. Да в смысле? Купим что-нибудь. Или наловить рыбы. И то верно. Идем. Ноктис может ловить рыбу на причалах по всему Люцису. Попробуйте поймать что-нибудь в рыбном месте на побережье Ванат. Ну давайте. Рыбное место? Да подожди ты. Рыбное место. Опа, вот это рыбное место, да, сто пудов. Железка. Чё же с причала рыбачил апостол Андрей? Чё, нельзя так? И рыбное место надо найти, хорош. О, о. Снимай отсюда. Так,
Снимаю. Сейчас сниму. Какое клевое освещение. Да ты что? Карта, меню. Вот, в смысле читать? А, это я читал. Вот здесь же надо спускаться и идти. Да? Мы Эксинерис. Вот уже многие поколения мы обеспечиваем энергией жителей Листалума. Рыбное место сейчас найдем. Окаменелый панцирь. Ну, тут же можно найти, это ж вода. Почему нет-то? Или надо прямо искать где-то на карте? Опа. Слушайте, ночь, прямо опускается ночь, серьезно. Ну, это вообще круто. Это вообще круто. Ну и жарище. А ты куртку сними. Что, проверить куст? Ну что, давайте это... мы сейчас, наверное, знаете, что сделаем с вами? Нокт, тут можно рыбы наловить. Вот, правда? Вот, сейчас пойдем. Это будет первая наша рыбалка. Писюльку кормить будем. Оп. Интересно, что мы здесь поймаем? Ну, совсем скоро узнаем. Выберите, куда забросить удочку с приманкой с помощью АВСД. Если есть рыба, если рядом есть рыба, метка заблестит. Очень тяжело, это очень тяжело на самом деле. Тихо. А, надо просто нажимать, держать, я понял. Вот оно чё. Тихо. Всё, я понял, как это делается. А то я клацал-то много раз. А надо просто влево тянуть или вправо. Тихо. Во! Есть? Нет, пока не отпускаю я её. Давай. Кошку накормить надо, жижа. А, подтягивать же надо, блин, я таскаю. Тихо. Сюда. Тихо. Да она такая маленькая, ты не можешь ее вытащить, мудила. Жопа. Давай. Ноктис, вонючка. Давай. Красава, да? Красава же, Вован? Ес! Писюльку вытащил. Новый рекорд. Поздравляем. Вы поймали рыбу. Пойманную рыбу можно съесть или найти в ней ценные предметы. Во! Клюет. Так. Натягиваем. Давай. Аккуратненько. Тихо. Тихо, поймал, да? Нормально. Все хорошо. Просто тащи. Просто тащим. Вправо, влево. Есть. Силы ее сейчас расходуются на сопротивление со мной. Понятно. Ну ты же рыбак, и я рыбак. Вместе мы рыбаки. Давай, крути леску. Да в смысле рыба? Уже почти вытянул. Ну давай. Давай. Красава! Ты молодчина. Вот это нифига себе рыбан. 50 сантиметров. Это рыба. Думаешь, она выдержит? Леска. Все. Нажмите тап, чтобы выбрать рыболовное снаряжение. Она... Мне больше ничего не надо. Прекратить рыбалку. Класс. Все, погнали.
Теперь кошку кормим и валим на алмазики. И все. Сейчас попробуем, если после квеста с алмазами мы уедем, то я думаю, серию на этом закончим. Я уже думаю, что довольно-таки долго и так все идет. Ну, серии по Final Fantasy будут длинными, ребят. Нравится вам это или не нравится? Может, кому-то нравится. Я хочу так. Часа по полтора, наверное, будут серии. Потому что здесь реально, ну, как в королевстве. То есть надо чем-то заниматься и... Полуровня, вот я сейчас бегал, учился рыбачить, ну такое. Понятно, что это все повырезаю, куски какие-то оставлю, где у меня получилось, где не получилось. А так, ну такое. Во, нормально? Вот, свеженькая. Что такое? Ты не любишь рыбу? Дура. А, ты не любишь сырую рыбу. Ладно. Отдайте рыбу кошке, поговорите с шеф-поваром перламутра. Кошка, слышь, ты не опухла ли? У меня такая же, кстати, кошка была. Но, к сожалению, она улетела с шестого этажа. Шеф-повар-то вот, ну да. У вас в меню есть что-нибудь, что едят кошки? Это твой способ знакомиться? Да ты что? А? Нет, я действительно имел в виду кошку. Да я шучу. Кажется, я даже знаю эту кошку. Я что-нибудь соображу. Да рыбу ей отдай. Но здесь в первую очередь обслуживают людей, а не кошек. А последнюю рыбу только что заказали. Может, поймаешь еще одну? Я уже поймал. Обожаю это место. Потрясающе! Что может быть лучше свежей морской рыбы? А в Галдине она просто свежайшая. Чудесно! Сейчас приготовлю. Ты, конечно, очень заботливый, но имей в виду, кошки – звери приставучие и при этом привередливые. Знаю. Привередливые, значит. Кошки не станут есть, что попало. Ты правильно поступил, что обратился ко мне. Ну да, конечно, не будут они есть, что попало. Что дают, то и едят. Пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Кошка ждет. Пацаны. Пацаны. Он как-то странно бегает. То бегает, то не бегает. Или он, наверное, не бегает в этих. Кошачка. Вот, угощайся. О, жопа с ручкой. Какая ты капризуля. О, похоже, ты ей нравишься. Пожалуй. И она тебе тоже. Она за ним пойдет в огонь и в воду. Драконья чешуя. Окей, мы получили опыта. И мы отправляемся, видимо, уже к машине. Да? А как машину выбрать? Непонятно. Давайте сохранимся. На автосохранение, кстати, не сохраняется. Ну, тем не менее. Угу. А как машину выбрать? Вот я сейчас escape, это не то. Tab, это не то. А, на карту. Вернуться к машине. Поехали. Пошли. На карте. Возвращаемся к машине. Использование заклинаний. Как и в случае оружия и брони, прежде чем применять заклинание, надо что-то сделать. Все, погнали, пацаны. Автоматический режим. Мы выбираем что? Мы выбираем вот это вот место. Вот оно, задание наше. Контрольно-пропускной пункт. Подожди, куда? Ну вот, три долины, да? Нет. Так, между задание надо. Какие парковки? Не убирается. Так, стоп. Ладно. Место задания.
А, ну вот, вот, все правильно. Ушел, не вернулся, это... Давайте вот это сделаем. Все готовы. Там же, я же, дурак, выбираю парковки и думаю, что на задание. Все, надо разбираться, я же говорю. Ну, я думаю, пару серий, мы все поймем. Я. Разворот, выйти из машины, воспроизведение, пауза. Давайте паузу поставим. У тебя не хватает гордости. Ты же не мальчик на побегушках. Здесь наши титулы не играют особой роли. Честно говоря, меня это даже радует. У нас два задания с вами есть. Это, ну, три, понятно, третье основное, там, добраться до невесты. Сейчас у меня есть задание для репортера и задание для этого охотника найти, что ли, вот. Поэтому сейчас мы их с вами попробуем выполнить. Хотя, с другой стороны, я к месторождению сейчас отправлюсь. Там, скорее всего, будут какие-нибудь мудаки. Прям вот 100%. Либо монстры, либо бандиты. Наверное, может быть, если они тут вообще, эти бандиты, есть. Ты посмотри, куда он сел. Так, а мы точно пришли куда надо? Судя по карте, да. Давайте оглядимся. Это что такое? Пройдемся для разнообразия. Это что такое там в воздухе, видели? Дым? Серьезно? Пошли. Чуваки. Блин, ты встали, а вы встали прям на... Вы встали прям на дороге, да? Молодцы, ребята. Месторождение, ну окей. Пойдем побыстрее пробежимся. Пробежимся побыстрее. Залежи минералов. Что-то я слышу не очень. Это что? Да, цвет изумительный. Серебряная пыль. Тихо, тихо, тихо. Все. О, боги! Золотая пыль. Мы что? Охренеть! Мы еще и подойти к ней. Это же. Тише, разбудите. Это же. Это большая чокоба или кто это? Орел? Карта бег, автобег, тут не сменить ракурс. Подожди, не трясись, камера. Твою мать. Мне надо прям к ней подойти, серьезно? Вы что, больные? Как? О боже. Я что-то, по-моему, зря это делаю. Это та хрень, которая на меня летела, что ли? О, бой мой, бой. Охренеть. Улетела. Улетела, да, она поспала и улетела. Да... Мы остались живы. Трудом. Я уж было думал, нам конец. Это был истинно королевский подвиг. Пипец. А, и то верно. Отдайте камень, да? Ну все, погнали. О боже мой. Не, ну монстры, монстров ребятки делать умеют. Это же... Отличная краска выйдет. Золотая пыль. Пошли. Ой! О, боже мой, это, мне кажется, вот так быстрее. Офигеть. Это очень круто. Так, продолжить. Что продолжить? Место задания. Джентльменское соглашение. Моментально, да. Моментально.
Ну, это обратно, получается. Да, обратно мы за деньги перемещаемся, за копеечки, но как на такси. То есть раз и все. Пришел, в машину сел, уснул, проснулся уже на месте. Мы на месте. Когда рядом есть люди, это успокаивает. Это да. Мы с вами немножечко прокачались, буквально пару уровней. Ничего особо нового не нашли, но примерно я уже понимаю, как что тут делать, какая механика. Вот. Плохо, что, конечно, все это уже, наверное, никому не нужно будет в 2018 году. Все уже эту игру, кому надо было, прошли, и те, кто проходил, уже все записали, и те, кто не смог пройти, посмотрели. А Димон, конечно, Димон, как всегда, он снимает, когда уже все прошли. Добро пожаловать! Я понимаю, что видео с прохождениями Final Fantasy 15 ничего не наберет, но тем не менее оно будет у меня на канале. Когда-нибудь кто-нибудь будет смотреть. Может быть и нет. Уж простите, что вам так досталось. Мне просто очень нужны были эти камни. Пришлось пойти на шантаж, вы же понимаете. Понимаю. Это днем я репортер, а по ночам ювелир-любитель. Из такой вот неуловимой красоты получаются шедевры. В обмен на услугу поделюсь с вами информацией. Эта ваша монетка выпущена в честь возвышения Оракула. Тот тип их всем на халяву раздавал. А чё ты? Наверное, набрал в Нифельхейме. Кстати, о халяве. Это вам от меня. Захотите купить еще, приходите. Сомневаюсь, что такая вещь могла попасть в руки простому горожанину. Что ж, теперь это наша наличка. На этот раз будем умнее и снимем номер в гостинице. Как и обещал, ищу вам билеты на корабль. Я же говорил. Я честный человек. Вы сможете уплыть без проблем, так что дайте знать, как будете готовы. Признаюсь, вы готовы к отплытию? Нет, подожди. Ничего, я вас не тороплю. Подожди, еще ж задание, да быстрей! Странно, что он просто так отдал нам одну из своих работ. А может, он еще для нас сделает? Ага, не бесплатно. Так это же ручная работа, оно того стоит. Этот Дина, кажется, Дином. Ушел и не вернулся, да? Да. Во-первых, раз. Карта. Вернуться к машине. С кем и нагло. И поедем. Сейчас поедем, сделаем квестик. Вернемся и поедем. Не, ну здесь, конечно, тоже можно потусить еще. Ты прям как будто обо мне говоришь. Да. Деньги, в принципе, есть, поэтому ждать мы кататься не будем. Поехали, так? И она, в принципе, наверное, меня и не везет уже. Когда перемотка, знак перемотки, значит, он просто возвращается обратно. С той целью, чтобы просто, наверное, отдать задание и все. Все-таки я решил переночевать и прокачал по 3 уровня каждому. А Игнис даже 7 уровень получил. Вы представляете? И ОС у меня 123 уже. Так, промто, уровень 2 фотографии, гладиолус 2, выживание и ногтис почти, блин, мы под... вообще красавчики. Дорожное приключение, новый фильтр у него, окей, молодцы. Сидят в карты играют. Давайте выберем фоточки. Вот это да, какой красивый снимок. Вот это да, сделаем. Я специально выбирал ракурс для регалии. Это забавно. О, собака, как всегда, должна быть. Это мне не надо. Это кто, я не понимаю. Вся команда в сборе. Все мы. Отлично. Ну, это кто? За Элвис. И думаю, эта фотка пойдет на превьюху. Ай, собаки. Не, ржачно сделано на самом деле. Круто. Но где же мне найти чувака этого? О.
собака. Смотрите, кто приехал. О, неужели? Аллилуйя, 3 дня не прошло, как я тебя нашел. Дать конверт. Еще в каком? Что-то мне не везет. А у нас нашли еще один. Нашли еще один... Что? Что? Жетон. Мы, охотники, всегда держим их при себе для опознания. На случай, если забудешь, кто ты есть? Скорее, чтобы другие не забыли, кем мы были. Жизнь охотника полна опасностей, так что иногда от человека остается только жетон. Доставить жетон семье павшего товарища – наш долг. В общем-то, за этим я сюда и пришел. Если вам удастся найти в окрестностях охотничьи жетоны, передайте их мне, ладно? Да, конечно. Окей. Говорят, тут поблизости уже лежит один жетон. Спросите местного информатора, он расскажет подробнее. Хорошо. Пам-парам, пам-парам-пам. Тяжелый у них жетон. И на душе от них тяжело. Все, ребятки. Их надо вернуть семьям погибших. Да, давайте на этом остановимся. Начнем с самых свежих сведений. Давайте на этом малюсенькой нотке прервемся. Я сейчас сразу же буду записывать вторую серию. Сразу же это будет рендер обоих частей. Вот, обоих серий, вернее. И постепенно будем проходить и записывать. Спасибо, что смотрели. Спасибо, если лайкаете. Если дизлайкаете, тоже спасибо. Срать на эти дизлайки. Увидимся во второй части. Пока. Бабка! Бабка! Алло!